5, 6, 7, 8. Мастер-класс по спортивной акробатике демонстрируют воспитанники спортивной школы «Надежда». Сделать колесо, сальто или в два счета соорудить пирамиду для этих детей не составляет никакого труда. Точность и красоту выполнения элементов, слаженность командных действий юные химчанки регулярно показывают не только на тренировках, но и на региональных соревнованиях по черлидингу. Недавно в Звенигороде ребята завоевали высшие награды. Сами дети говорят, что это все заслуга тренеров и любовь к спорту. Нам нравится акробатика, нам нравятся станты, дружный коллектив нам тоже помогает во всем участвовать. Залог успешных выступлений, в том числе и в комфортных для занятий условиях, единогласно заявляют родители чемпионок. Главный зал спортивной школы «Надежда» недавно полностью преобразился. Считаю, что это все благодаря нашему залу, то, что мы тренируемся, да, в хороших условиях, и дети растут, развиваются. Во-первых, зал стал очень светлым, что, да, детям комфортно, они очень много времени в нем проводят. Оборудован он стал немножко по-другому, что тоже очень правильно и приятно и детям, и родителям спокойнее. По словам руководства спортивной школы, на бюджетные средства смогли создать не только комфортные условия для занятий, но и закупить необходимое оборудование, как, например, вот эти страховочные тросы – важный элемент безопасности при выполнении травмоопасных упражнений. Конечно, освежили нам зал, сделали ремонт. У нас абсолютно новые стены, потолок, свет. И родители в честь такого события подарили нам ковер. То есть родительский коллектив, они купили ковер, то есть этот ковер приобретен полностью на родительские деньги. Нам, конечно, стало гораздо светлее и просторнее. Ощущение полное, что зал такой стал большой. Благодаря успешным выступлениям на областных соревнованиях, многие спортсменки школы «Надежда» пополнили ряды сборной команды Московской области по черлидингу. Следующий шаг – чемпионат России, к которому юные химчанки сейчас активно готовятся.